От их усердия зависит комфорт автомобилистов и пешеходов, количество затраченного времени до работы или важной встречи. Сегодня дорожники играют большую роль в жизни города, который невозможно представить без дорог. На территории Ненецкого округа протяженность автомобильной дорожной сети общего пользования составляет 329 километров. За ее расширение, ремонт и эксплуатацию отвечает окружное предприятие «Нринмар Доремстрой». Накануне профессионального праздника, который ежегодно отмечается в третье воскресенье октября, сотрудников предприятия принимали поздравления. Горячим это лето выдалось не только для тех, кто отдыхал в Ненецком округе и грелся на аномально жарком солнце, но и у дорожников. Уже второй год подряд они активно обновляют дорожную сеть города. Чтобы воплотить амбициозные планы в жизнь, необходимы не только немалые финансовые средства, качественные стройматериалы и техника. Без умелых рук профессионалов пожелание «скатертью дорога» приобретает противоположный смысл. Сегодня на окружном предприятии «Нринмар Доремстрой», которое занимается ремонтом, содержанием и эксплуатацией дорог, работают люди, любящие свою профессию. Устроился, был обыкновенным рабочим, потом пошло и поехало, вверх пополз, и потом выучился на погрузчик и так далее, и тому подобное, и жизнь продолжается. 10 лет вот уже прекрасно себя чувствую, всем желаю добра, тем более в праздник. Всегда просыпаемся и засыпаем с одной целью, что-то доделать, либо не доделать. Вот сейчас как раз вот осень, и тем более огромное количество недоделанных вещей. Сейчас даже сейчас выкрыл минутку и не докатал там. Вот асфальт, и поэтому, всегда в работе. В день дорожника слова поздравления звучат в адрес работников именно этого предприятия. Мощная материально-производственная база позволяет круглогодично эксплуатировать городские пути. Есть даже свой асфальтобетонный завод, который производит материал для строительства дорог. Для полноценной работы завод практически полностью восстановили и перестроили. В 2015 году обновленные мощности позволили выпустить более 20 тысяч тонн асфальтовой смеси. В этом году порядка 15 тысяч. Как говорит ведущий инженер предприятия Ольга Михеева, объемы работ значительно выросли в последние годы. 37 лет назад, когда она пришла работать в дорожную сферу, численность работников отрасли насчитывала около 30 человек. Сегодня в штате предприятия их более 120. Я пришла, начинала работать помощником мастера. Была такая раньше должность, потом мастером. И строили мы дорогу Нринмар Красная. Тогда еще только начинали 4 километра. Еще не было этих дорог до 40. В общем, на моей памяти как раз построили эти 42 километра Нринмар Красная. Потом у нас была дорога Нринмар Усинск, участок Нринмар Лаевош строили. Это было у нас строительство дорог. Когда строительства не было, у нас содержание городских дорог перешли потом. С каждым годом количество автомобилей в городе растет, что повышает нагрузку на дороги. А это значит, предстоит немалая работа по расширению дорожной сети, которая сделает жизнь пешеходов и автомобилистов округа комфортной. Валентина Чибичик, Леонид Шишилов, телеканал «Север».